Тамара 9, Елена Дмитрий, для всех на приеме. УТ-9, Елена Дмитрий, радио «Тройка», Анна Харитон, центр, дробь QRP, дробь поле, прием. Да, принято, здорово. Радио «Тройка», Анна Харитон, центральный, дробь QRP, дробь поле, отвечает УТ-9, Елена Дмитрий. Доброе утро вам, мой друг, спасибо за вызов. Я принимаю с рапортом где-то 5-5, пятерка-пятерка для вас рапорт. Меня зовут Владимир, оператор Владимир, ТТИЧ мой город, Новомосковск. Это 30 километров от Днепра. На приеме. Ульяна Тамара 9, Елена Дмитрий, я радио «Тройка», Анна Харитон, центр, дробь QRP, дробь поле. Владимир, здравствуйте. 5-9, очень уверенно слышу. Меня зовут Игорь, нахожусь я в Москве, в парке нахожусь, мощность 2 ватта мощности, и антенна длиной где-то 1 метр антенна, вот такие вот смешные условия. Очень приятно, что вы мне ответили. УТ-9, Елена Дмитрий, радио «Тройка», Анна Харитон, центр, QRP, поле, на приеме, Владимир. Но был в QSB, уходила станция так практически до нуля, вот в помехах. Я не разобрал. Вы в Москве находитесь, где-то около Москвы, там в лесах, да? Нет, непосредственно город Москва, в парке нахожусь. 2 ватта мощность и антенна 1 метр на приеме. Ух ты, здорово! Ну это, конечно, уже чудеса прохождения. То ли у вас там все так согласовано здорово. Ну и хорошее качество модуляции я без проблем принимаю. Вот. А вы ругаете G90? Сигнал, ну все четко и ясно. Да у нас и помех здесь немного сегодня. Понятно, Игорь, все принято. Спасибо за информ. Ну у меня поболее здесь. Старенький Кенвуд, и ему помогают 3 полтинничка. Я думаю, у вас 250 в антенне есть. И антенна, правда, не ахти какая. Дельта этого диапазона на 12-метровом телескопе армейском в частном секторе. На приеме? Понятно, Владимир. Ну, у вас, конечно, в сравнении со мной просто супер аппаратура. Здесь вот на полянке сижу, на стульчике, станция передо мной, на сумочке. Собственно, все это снимается. Если в YouTube потом свой позывной наберете, то можете потом через какое-то время все это увидеть реально, как все это происходит. Спасибо огромное. Я не ожидал, что услышите, ответите. А тут такая свободная совершенно радиосвязь идет. Спасибо за КСО. Не знаю даже, что спросить, просто огромное удовольствие от связи. УТ-9, Елена Дмитрий, радио 3, Анна Харитон, центр, дробь QRP, дробь поле. Спасибо за связь, Владимир, вам микрофон на приеме. Да, Игорь, я также доволен, значит, работает и моя антенна, раз принимаю 2 ватта, вот, и на такую антенну, там, на кусочек провода. Вот, все, значит, в порядке с аппаратурой и у вас, и у меня. Вот. Ну, я для информации расскажу. Пока не очень жарко, где-то 21 градус всего. Вот. Но днем, наверное, до 30 все будет. Хоть немножко, вот последние 2-3 дня градуса на 3, хоть жара упала. Там где-то под 35, наверное, доходило. Но сейчас чуть поменьше. Вот. Это уже достает потихонечку. Так, жарище. Вот, а потом вот эти все казусы природные, вот, и пожары, и наводнения, ну, короче, царь природы довел эту природу, что она неуправляемой становится. Понятно, Игорь, спасибо, мой друг, за КСО приятное, хорошего вам отдыха там в парке, дышите воздухом. Ну, у меня тут, я на окраине города нахожусь, прикупил домик после того, как работал на Диком Севере, там, в Заполярье Якутском, в заполярной экспедиции разведочной, квартиру проездил, пришлось покупать домик, но я и не жалею, все-таки, хоть и забот много, но свое есть свое.
и природа рядом. Речка, лес тут недалеко, все как положено. Курортная зона области. Вот. Спасибо, Игорь, еще раз за связь. Здоровья вам пожелаю, интересных связей и до новых встреч. До свидания. Угу. Владимир, и вам всего хорошего. Спасибо, отличная радиосвязь. Просто я очень доволен. Здоровья вам, удачи, всего-всего хорошего. УТ-9, Елена Дмитрий. Я Радио 3, Анна Харитон, Центр, QRP, Поля. Спасибо, 73. Всего хорошего. Триер, до встречи. Ну вы все сами слышите, да? То есть 2 ватта мощности. 2 ватта, без обмана. Вот, смотрите. Вот, Power, 2 ватта. 2 ватта мощности. А мы сидим и как по телефону буквально разговариваем. Вот. Вот и все. Больше сказать нечего. Радио 6, Федор Сергей, друг Павел, прием. Да, правильно. Радио 6, Федор Сергей, друг Павел, 259. Меня зовут Олег, около Ставрополя. Олег.